А, вот выбежал, выбежал. Убил, все, лучше. Снутого его я опять к вам бегу. Еще один есть? Нет, был вроде все. Все, поднимайся. Так ты что нам принес? Ребята. Дай, сука, мои ганы назад. Да бегай сверху. Там бегает, брат. Где? Там на этот на песочнице. Одного чего не забрали. Есть броник, брат? Нету. Купи броник, пожалуйста, Хегар. А свечу пати-то не выдали еще. А дай купи. А свечу еще пати не выдали? Нет. Бля, мина там, блядь! Я же говорил, бля, что там мина. Ты говорил, нахуй. Повысь меня. Кто там? Ронин. Должен, блядь, 20 лямов, нахуй, залутать, потом тебя повысить, нахуй. Ну, у меня краски из 20 лямов. На общак. О, больше аллигаторов нет. Бля, он на спауне ходит, блядь, смотенький нахуй, блядь. Кого там добавить надо было? Аска, аска. Бля, дебил, смотри, Питер ебаный, блядь. Хуйлан, сука. Тихо, у меня ходят. Да-да, один, двое? Одного пока слышу. Гранату кидаю или граник купи? С этим с Эфен и Вульфсом. Аська, что ты там делаешь? Мы летим к вам. Вышел, по-моему. Нет, вот он. Меня забери, давай на черный воткнемся. Женя. Давай. Погоди, у меня пролаг. Пролаги на базе. Да ебать, блядь, патроны ебучие, за блядь. Тихо, тихо, все нормально, братиш. Вот этот кола ходит на спауне, нахуй. Где, на каком? Ну, блядь, кипарей, нахуй, ебать. Ну, на Гришина, на Вавилова. Да, на Гришина. Ага. Бан, нахуй. По тебе стреляет, брат? По кому по тебе? Здесь с базы где-то стреляет. Ну, он с базы, блядь, китайцев стреляет, заебись. Дальше падай. Да, бегу, 200 метров. Они отовсюду здесь стреляются, блядь, пизду. Они с друг другом. Сажайся между домов. Да они, блядь, видят отовсюду, понимаешь? Садись, они не по тебе стреляют, брат. По мне они стреляют, я щелчки по твоему не слышу. Ну, ты просто у тебя в ушах мох. Марат, где тебя убили? На черный? Синяя карта. Беги сюда, Аслан.
бегу, бегу, бегу. Там садись, садись в лес. Да я пытаюсь, блядь, ебучий вертолет. А, давай, прям в деревья меня. Боже. Прям, есть ган какой-нибудь, дайте мне ган. Нету, брат. Похуй, тогда падай прям. На желтуху, может? Нет, прям в территорию падает, выбегайте там, один чел его, думаю, сможем, нахуй. Если не сможем, вообще позор, нахуй. О, блядь, заебись. Шлюха. Поднимайся и ныряй. Уверен, что на территорию ты хочешь? А, похер, брат. Он внутри. Стреляет. Еще один вертолет. Ну. Нормально. О, молодец. Он тоже ныряет, сука. Все, выходим. Выходим, бичуганы. Заходите на черный сразу. Я сверху, если что, упаду. Вертолет, пацаны. Сбили, походу. Бэкнули, красавчик. Да, у него тут, у него вон. Аслан сзади. Где? Сзади, метка. Ага. Взял, молодцы. Долбоёб, блядь. Надо не бояться, нахуй, похуй. А ты чё, бля, носки на голову одел, брат? Аська. Носки, бля. Аська. Блядь, я замученный все это время был. Пожалели. Вроде нормально, жили же, ебать, чё с тобой? Да я замучился. А это, блядь, это хуйня. Ну, носки на голову одевай. Помощь, я прибегу сегодня. А, у меня 4 ляма здесь, на мне. Это с меня. Купи мне этих 408-х на армач, Аска. На армач? Да. Окей. У тебя 4 ляма? Да. Блядь, граник много будет, да, стоит? Да. Ладно. Ну, у меня 3 граника на базе есть, Аслан. 3 шестизарядки. 4 даже. Ну, так вы все говорите, потом хуй дадите, нахуй. Ты ебать, иди бери хоть все, хоть 4 руки, блядь. В руку, в ногу, 2 ноги, блядь. И полетел. Распакую. 72. АМГ Ксяуджи. Еба... гранаты, боеприпасы. Иду тебя. Да мне на армач, а не на армалайт. Армач, чейтак, М200, армач. А, ебать, я не знал, сори. Вон там, yes. Они там 150 тысяч стоят. Там 15 патронов. 2 пачки по 15. Они там слева, понял? Вот так вот выглядят. Как 72 на 54. Как веером собранные. Да. Нашел. Там вот 15 штук, 2 раза по 15 купим, мне хватит.
Раунд спеш? Да, раунд спешил. Ради не прыгай, хорошо, я мину поставлю, брат. Ладно. Кто сзади будет выпрыгивать, чтоб нарывались? И, блядь, шлем красивый был. Настройки ганы спавнится. Да. Что есть там Цезарь? Что такое? Армалайт. Отсюда не заходи, брат, где вещи стоят, не нажимай, хорошо? Сервер не казахский, а китайский, одни китайцы. Нет. Это по нам. Это по мне. Знаете, я денежки эти скину. А чё мне с ними? Чё, ваши ставки, добегу, не добегу. Ты бежишь? Мы вообще залетели, просто на слайде прям прокатились на жопе, блядь. Стоп, а у кого Цезарь, ты забрал же, да? Киви. Нет. Я его продал, какой-то Цезарь бежал. А, значит, я забрал. Ладно. О тиммейтах не заботишься. Ну, я сейчас что, с Ларкой должен буду бегать? Но я тебе глашу дать. Хорошо. У них там вон у всех армачи ебай. Ну, либо могу дать БМГ. Револьвер. Там... О, вещи не нажимай только. Давай, читай. Вещи на выходе, на входе и сзади не входите. Сзади там заминировано. Минер, блядь. Я скинул вашу вот. Угу. Еще и факел скинул. Чё-то мин больше нету. Нет. Есть что-нибудь продать? Душу могу. Давай, я это, может, продам. Ну, так продай. Валяется здесь. А, я думал, ты промой, блядь. Я на аллигатор продам. Напишите на черном. Я тебе могу дать патроны на аллигатор, я тебе могу дать патроны на аллигатор. У меня два стака. Сейчас. Напиши Евгенго к нам. На аллигатор есть мне магазин нужен. На аллигатор. Я тебе в любом случае скину. Мне не сам нужен. Гранит. Полетел. Где вы, урки, блядь? Сука, заходите. Ладно, слегка не открывай, блядь. А то бы у меня было. Да, ебать. О, красава. Тамарат, блядь. На Калгазе сидел, ёбак. Ну я думал тоже, откуда он там хуярит свой аллигатор, блядь. Ноготочий. Может, многоточий? Ноготочки, ноготочки. Ноготочки тоже какой-то
Ой, жопка. Ой, блядь. Полетело. Нам пизда. Залетело, шальная. Камышаеды, блядь. Нам пизда. Я попытаюсь, короче, на желтый залезть. Понял, залез, блядь. Ну вот нахуя ты делаешь? А то нахуя ты туда минус ставишь? Я ж тебе сказал, нахуй, где вещи, вход и, блядь, не нажимайте, нахуй, не наступайте. Пиздец. Тихо, ну, не дергайся. Не дергайся, да тут уже, блядь, страшно дергаться, блядь. Сорвешься, нахуй. Да это они не по нам, они вон со стороны палаток, со стороны Запрудного. Да все, все, у меня уже полное хп. А тут со мной еще один кейс. Там одна мина стояла, Аслан. Да. Ну все, блять, слава богу, нахуй. Уйди я его займи, не заходи нахуй потом. Все, я больше не пойду. Сверху не прыгай назад, там тоже, блять, заминировано. Оп, ворова. Я за спину не буду прыгать за черную, я на черный залезу. Да, вот правильно. Истину глаголишь. Да. Я просто вангую. Вангую, он падет и зарвется. Там 3 золотых гана на лимоновской вышке валяется, 3, блять. Ну, Ронин, можешь мне сходить? Не иди туда, эй, не иди, Аська, Адидас, блядь, сидите, пожалуйста. Пиздец, гладиаторы, покажите здесь, нахуй, на поле воюете, вот, нахуй. Друзья, а еще будет сегодня ивент на защиту? Я подумаю. Будет, да, да, будет себе игроки хорошо вести, блядь. Аська, вот здесь, вот этот, смотри. Хорошо? Оттуда, от третьего лица. Угу. Бежит чепушня. Брат, я же тебя зацеплю, брат. Видишь? Угу, я думал, ты внутрь зашел именно вот в этой. Че, можешь написать Black Trader? Да они знают, что мы здесь. Да, я уже выстрелил. Взял мне куртку и испоганил, Аслан, блядь. Ну не плачь. Куртки там не иди нахуй, а я нахуй пойду, да, уже написано. Ну дай, блядь. Опа, тачку где-то ломают. А там не тачка, там, скорее всего, вертолет, блядь. Бля, я ссать хочу, пипец. На черном есть кто? Нет, нету, брат, заходи. Открыто. Приму с объятиями и свинцом. Блин, на мне мусор надо выкинуть. А у меня сникерс есть, который я тут на столе лежит. Под компьютер засунь пока, под стол. Дом и по море продукты. Марат, встань, пожалуйста, на мое место. Я быстро, тут очень быстро. Угу. Там китайцы опять в этом лесу ебаном, Аслан. Помнишь, как тогда? Угу. Минер, блядь. Это, Аслан все взрывчатое против своих союзников использует, блядь. Не против врага, а против, блядь, союзников. Все, что взрывается, блядь. Это у Ронина там, ебать. Ебать, меня граником закидывают. Угу. Это, короче, возле машины все той нахуй. Пидорасы нахуй.
Да хули я там с револьвером, блядь, у меня патроны. Я вчера Лоли с разворота, блядь, на 360, блядь, на 70 метров ебал с ревика, блядь. Аска. Аска. Ну, дошел. Все, я тут. Все, он пришел. А, бабки вот это на клановом счету я остался в теме их забирать или нет? Не дергай. А? Нет, пока не дергай. Я вас зацеплю нечаянно, пацаны, зайдите, их знаете, сейчас, блядь, по всему территории начну стрелять. Ну ты-то в меня наверх не стреляй, блядь. Не гарантирую. Вроде киллфит. Я смотрю. Мой. Я ту сторону смотрю. Если их трое зайдут, и вас трое, ну 6 киллфитов за раз, блядь, можно. Будет красиво. На откатик. Машины нахуй, ебать его урод нахуй, с граником. Пойдем к нам, Ронин. Не психуй, не тильтуй, братан. Нормально же играем, блядь. Живем, выживаем. Не психуй, сразу, малышка. Чё, блядь? Будьте на позитиве. Они меня назвали земляным червячком, а еще назвали болотной жабой. Все, я не буду играть. Червячок. Да-да-да. Но не видишь, даже на черный зайти не могу. Боятся. Я сейчас к вам подскочу. Можете принять. Это, меня можешь повысить, Ронин? Кого? Марата, ты меня на темпу вообще, ты меня с админа выкинул на эту. Угу. Можете Ронин, меня... Я тебя угу. Понял. Все, я сейчас к вам подлечу. Котик. Да, Макс, да, слушаю. Спать и выходи тоже. Ну, сейчас выйду. Второго тебе тоже кинул. Так, сейчас. А вообще не легче в одном пати всем быть? Ну, видишь, все ливают. Сейчас все продается, и пусть вот это основное будет, я не знаю. Ну, давай, приглашай. Тебя пригласил. Еще раз пригласи, потому что я в пати, видимо, был. Сорян. Тебя вот кинул, Ctrl-G нажми. Все. О, у нас, похоже, лопух здесь. Да, ебай. Теофит багнулся, фугаска убил. Не граником, а фугаска, ебай. Запинал. Нет, он попал просто. Да нет, по нему просто, да, да, да. У него в вещах фугаска был. Хули, блядь, китайцы, блядь. По 6 штаны, блядь. Ебать, у них там просто вещевой шкаф вот этот, понял, на 300 слотов. У них полностью забиты фугасками там, ебать, это вообще пиздец. Откуда такая информация? В смысле, откуда? Когда СНГ ее рейдили их. Прикинь, у меня уже пальцы болят, я не могу за задом не могу бегать, у меня уже пальцы болят. Сколько часов мы уже играем? С рестарта же вроде 2 часа только играем. Я устал уже, прикинь, манцев. Ой. А я мать не могу. Я не понимаю до сих пор скорость пули, блять, это вот чьи такая ебучего. Да нету, стреляй просто. Блять. Чё денег нет? Зарабатывай просто. Вот примерно вот так это звучит. Не как у Цезарь Плюс, конечно, и не как у Мосеньки у неё. Он пухал бить. Тут непонятно, блять, вообще. Он с кем-то в пачку, не один.
То он там свой клан какой-то создал, блядь. Детский садик, промашка, блядь. Клан называется Ясли. Ясли, блядь. И еще у него раньше клан был. Три пидры, два гада. Называется бригада. Вот такой клан был у него. Нормально, жесткий. Бля, у меня на туре, прикинь. Пальцы устали, сука. Че, придут, не придут. Придут, не придут. Я пойду пасу. Аська, дверь закрой. Так не стой, Марат, ты сам так убивал здесь людей. Не знаю, не, если придет, я лягу. Сейчас, минуту. А что, я успею сходить пописить, покакать, покушать? Да, успеешь. Ну всё, сейчас я быстро говорю. Минуты две делов. Я отвечаю, сейчас эту минуту у нас пойдут пушить. Это армач. Ну, Ваня на машине приехал, блядь. На убитой бэхе. Наверху бетонки эти простреливаются, не? Такие. Я пришел. Чё там? Мы все умерли. Аслан. Да ну. Ебанулся. Здесь же все, блядь. Аслан, ты через какую программу мувики делаешь? Пью. Блядь. Через Flimora. 60 как? Баксов стоит. А, не, мне бесплатный нужен. Просто кряк можешь... скачиваешь и все. Еще раз. Flimora можешь бесплатно делать, но там на полный экран Flimora реклама будет написана. Нет, просто кряк скачай и все, я тебе скинуть могу. Да кряк скинь. Она не так делает, брат. Так же абсолютно. Да нет, блядь, это. Ты что, рофлишь? Я тоже через Flimora делаю. Чем лучше капкат нахуй, чем этот нахуй кряк ебать. Капкат 100 раз лучше, нахуй. Я надеюсь, в желтом здании у вас нету мин? Нет, ты пойми, Flimora кряк это взломанная типа версия, где ну, куплена премка у меня. Ну там у тебя не полностью все есть. Все полностью все есть. Функции. Все функции. Лучше капкат возьми, бесплатно. Не, короче, моек сейчас буду делать пока поэтому, не то. Первый свой. Да не гони нахуй, потом будешь там... Да короче, пока типов нету. В туалете. Типы будут... Ты себя будешь когда душить, тогда будешь... У тебя Дейс может крашнуться. Да? Да. Ладно. А чё мы будем здесь сидеть? Пойдём выйдем, пацаны, пиздец ебать. Куда? Ну, давайте выйдем, пизды раздадим. Да? Не, будем вздыхать, будем бегать, а здесь сидеть. Слева нам надо, или это мина? Вещи мина. Как пойдем? Куда пойдем? Вот скажите. Долбоебы, все вышли, куда? Ну, вот ну, там они бы. Лэнни, ты на машине приехал? Да, там 4 места. Не падай, не прыгай сюда, на крышу можешь прыгать, там заминировано. Смотрите, давайте вот так выйдем. Пойдем через палатки в лес и на синий бункер, я там будем файтиться. Yes. Хорошо, капитан. Давай, сюда, давай. Блять, ну просто. Ебанутый, вот кто это, вот скажи? Пиздец, ебать, в натуре нахуй. Мы вас догоним. Пойдем. Давай, родной. Кирилл, у тебя есть запасные патроны на граник? Пахи меня. У меня и фака нету у самого. У меня есть, иди сюда. У меня тоже вот тут есть один, вот он.
Так меня похилить надо, я не могу сам себя похилить. Давай. Кинь мне. У меня нету килки. Эй, уходите, ой, ой, бой. Сейчас идем. Не могу я тебя хилить. Так возьми ее. И факсом возьми, ты же не взял. Опа, мне. А тебе откуда? Да, где-то с синей карты стой. Ага. Обходим через лес. Просто еще кричал, я же, блядь, не нажимайте нахуй вещи там, не наступайте на вещи. Сам показал специально, слева прошел, нет нахуй, похуй, лезу. Так натуре, сука, баран на ногу. Мы обезбашенные. Да дело не в этом, просто, блядь, будьте повнимательнее, блядь, она влияет, понимаете, на файт. Влияет да, ваша тупость. А кто наступил-то на вину? Хуй его знает, кто наступил нахуй. Потому что не я не знаю, кто наступил на меня задело, блядь. Меня прям вообще конкретно задел. Так это ты вроде наступил, у тебя уменьшил просто хп. Относитесь серьезно, блядь, не играйте как эти дети, школьники, сука, восьмилетние, которые ни нахуй не способны, сука, ни стыда, ни совести, ни родины, ни флага, блядь. Им похуй, блядь. Чуть серьезнее будьте на файте, хоть на один килл будем побеждать из-за вашей серьезности. Ну, Руслан сейчас опять в упоре с гранником бежит, он в елку выстреливает, мы взрываемся. Так и будет, отвечаю. Серьезность, блядь. Че, мы же на синем, зачем мы эту бич-стройку бежим? О, почему Ронин, он на улице? Че там, Ронин, че у тебя там, брат? Да, блядь, пиздец, заебал там, текать. Ты где? Пойдем к нам, сможешь подтянуть? Связи, патроны нужны? Нет. Кому двадцатки патроны нужны? Цезарь, мне найдешь, я тебе... дашь мне. У меня 300 на них. Сколько метров? 142. Надо было сказать 2 метра. У меня где-то 10 стаков или 9 с собой сейчас. Че, куда это? Давай до рестарта доиграем, я тоже спать пойду, бро. Ну, было граник скинуть, что-то жалко его. Рестарт и все, я тоже стрим заканчиваю, пойду спать. Завтра надо с утра вставать, дела делать, но. Видишь, давай армал. Фига, у меня киви лагает. Не армач. Он бачил. Он не один, пацаны. Угу. Но они тут скидывают, да. Залутаете его? Да где он? Ну он читает только золотой, а я ревик. Ревик себе возьму. Давайте на ревик патроны дам. На выстрел. Вот не надо, да, не надо. Да. Опа. У меня на поле. Это китайцы. Они вот здесь где-то, вон там. Где ты Лоли убил? Да, она кепка. А где этот, который Элен убил? Нью-Йорка. Он здесь где-то. Вот здесь выстрелил. А он снизу? Да. Какая обычная первая. Ну тут труп какой-то. Ебать, тут Цезарь. Кипарь вдалеке бежит. На метке. Где Цезарь, подобрали уже? Да. Вот тут еще куча данных. Тут размен, похоже, произошел, не знаю. Куда он бежит, брат? Вправо, вправо. Там еще один кипарь слева бежит. Да тут до хрена. А, ну меня убили. Опа. Б. На секунду посмотрел. Так я бэк назад по мне был. Так, он у меня, сзади. На мне где-то. Так он сзади по мне ебашит кто-то. Я вот сука, оттуда напал. Стреляет у меня. На мне Цезарь и патрон на него. На моем трупе. О, АББ походу 500-й килл сделал.
Где меня убили, там дохренища, прям на аллигатор, на цезарьку, на все. Он меня убил, блядь, да? Это Элайн убил, китайское дерьмо. Сын шлюхи, блядь. На 360 метров. У них там разлут был. Ага, видел, типа, блин, метку не успел дать. Где он был? 125. Примерно, не, брат, не в лесу? Да, в лесу. Рядом с вами, типа, ББ. И с мощникой, который там со стороны спауна. В елке. Блядь, это ББ всех. Да он еле бегает, блядь, долбоебина ебучая. Ну, по ББ не знаю, но там мудак, который смотрит, как он без гелика бегает. Красный фун. Где они, блядь, в том лесу, где кипарь был, или... Ниже, нет. Ниже, где мы все умерли. Где его забор СЗ-шний? Да. За мной кипарь бежит. Именно сюда. Именно меня уже вот, его убили, вот с Масеньки. Там трупы пытаются сказать. Кот и Лена убили. Мы там возле его развалин все сдохли. Да, там на развалин пушек. Так что нельзя туда подбежать сильно. А ББ там нет, поэтому не кинуть сейчас. Там на там аллигатор, там цезарьки, там много чего. Да там дохуя лута. Я им по факту вот эту кучу принес еще лута. А? Вот бегает, вижу. Двое. С ганом? Да, по-моему, с ганом. Да-да. Где бегают? Люди макетка. Опа! Ебать по мне. Я не вижу, брат. Они все в этом лесочке. О, вижу одного в поле. Вот он в поле бежит. Блять, я его убил, зачем второй раз стрелял? На госта беги, значит. А? Можете меня залутать, пацаны? Не знаем, попробуем. Я машинально стрелял, я знал, первый раз убил его, я просто второй раз машинально стрельнул, блядь. А ты его случаем не в дерево стрельнул и там не умер? Не, в него, он просто близко, он прижался ко мне. Там Барретт тебя убил. Ну просто дети долбоебы, блядь. Мертворожденных нах. О, перед нами, да? Это я. А нахуй ты стрелял? Нахуй ладно стрельнул. Да-да, это все убытки за малых. Во всем виноват малой. Блять, просто зачем-то выстрелил нахуй и ушел. Это пиздец. Мы бежим все с этой стороны, он стреляет, блять. Блять, онлайн 38 человека, файты, как будто, блядь, все сотка нахуй. Котик, чё ты там делаешь? Где кто? А? Котик вот это, чё там делает он? Какой котик? Блять!
Ну возьми же ты оружие, блядь. Чё взял? Он долбался, блядь. Сука, еще и сзади. Они, просто... они обкружили эту хуйню просто. Да я видел, откуда тебя убили. Анимацию, сука, ломают вот этой перезарядки, ебать, перезаряжают, как будто нахуй нихуя не переезжают, как с полуавтомата хуярят, блядь. Ну, они окружили, я, блядь, вообще ушел в другую сторону, у меня другой убил. Вашу мать, эй! Шахпар! Они еще и елки сидят, и из елок стреляют. Упала эта елочная игра. Ага, там. И бегает на трупаке Аски. И еще типа и на этих. Китайцы вообще охуели, блядь. Бля, китайцы опять все золото. Я хуй знает, они все попадают, пизды, я не хочу.